Вы знаете, я стал президентом Украины в очень непростое время. И вот уже 2 года мне удается сохранить это время непростым. А сейчас давайте вместе представим, что мне можно доверять. Итак, что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Извините, вкладывать. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики. Мы дошли до этого уровня. Этот уровень называется попрошайничество. Все очень просто. Мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная. Это не лохотрон. Это никакая не финансовая пирамида очередная. Нет, все просто. Я объясню. Такая схема. Вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%. Пишем 100% гарантия. Дальше. Эта схема тут подойдет лучше всего. Схема деньги, товар, деньги. То есть вы даете нам деньги, потом товар, потом опять деньги. Вы знаете, вообще-то кредитование, что касается кредитования, то Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве с любой стороны. Если вам не жалко. Наверняка вас интересует вопрос, а куда потом пойдут ваши деньги? Я считаю, что это неэтичный вопрос. Украина — это не просто страна, это часть европейского братства. А так бывает в семьях, когда один брат хороший, а второй стал алкоголиком. Ну и самое последнее, вы знаете, как мы будем возвращать кредиты? Как именно я, как президент, вам верну? Все очень просто. Смотрите, мы берем кредит, а именно я, мы берем сроком на 4 года. Поэтому как будем возвращать, проблема не моя, а следующего докладчика через 4 года. Спасибо.